Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 520. Известно, что 7 двадцатых армии царя Гороха составляли стрелецкие полки, 13 тридцатых армии – драгунские полки, а остальные 26 полков – казацкие. Сколько полков было в армии царя Гороха? Итак, мы знаем, какую часть армии составляли стрелецкие, какую часть армии составляли драгунские полки. И оставшиеся казацкие полки, мы не знаем, какую часть от армии они составляли. Поэтому, если мы армию царя примем за единицу, то мы можем с вами узнать, какую часть армии составляли казацкие полки. Запишем это. Примем армию царя за единицу. Тогда мы можем узнать, какую часть от армии составляли казацкие полки. Как узнать? Первым действием мы от единицы отнимем ту часть, которую составляют стрелецкие и драгунские полки. То есть это будет 7 двадцатых плюс 13 тридцатых. Так как знаменатели у дробей разные, где мы будем находить сумму, и наибольший общий делитель 20 и 30 – это 10, первый знаменатель 10 на 2, второй 10 на 3, то общий знаменатель будет 20 умножить на 3 – это 60. 60 делим на 23, 60 делим на 32. И тогда отделите себе место, где вы будете вычислять, и сложим две дроби. И тогда это будет, применяем основное свойство дроби, умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же натуральное число, получаем дробь, равную данной. Первая дробь будет 21 шестидесятая, вторая 26 шестидесятых. Складываем дроби с одинаковыми знаменателями. Знаменатель переписываем, в числители складываем числители. К 21 прибавляем 26, получаем 47. И теперь нужно от единицы отнять 47 шестидесятых. Единичку представим как 60 шестидесятых, чтобы у нас была разность дробей с одинаковыми знаменателями. Знаменатель переписываем. А в числителе разность числителей. От 60 отнимаем 40, это 20. От 20 отнимаем 7, 13. 13 шестидесятых. Составляют 13 казацкие полки. Запишем это в краткое условие. Итак, мы теперь знаем, что 26 полков – это 13 шестидесятых. От всей армии. То есть мы знаем значение дроби, поэтому как найти число, зная значение дроби? Вспоминаем правило. Для этого достаточно значение дроби, 26 полков, разделить на дробь, на 13 шестидесятых. Как разделить число на дробь? Мы это число умножаем на дробь обратную данной, на 60 тринадцатых. Натуральное число умножаем на числитель дроби, 26 умножаем на 60. Знаменатель без изменений. Сокращаем на 13 числитель и знаменатель. 26 делим на 13 – это 2. Числитель в знаменателе 13 делим на 13 – 1. Так как в знаменателе у нас 1, то значение дроби будет равно числителю. 2 умножаем на 60, получаем 120. Итак, 120 полков в армии.
царя. Мы готовы дать ответ. Нас спросили, сколько полков было в армии царя Гороха. В армии царя Гороха было 120 полков. Запишем. Все, мы решили с вами задачу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.